Друзья, всех приветствую на канале. В этом видео речь пойдет о воротах, которые ранее я снимал. Раздвижные ворота без порога на роликах открываются как купе. Хочу в этом видео всем продемонстрировать сам процесс открытия ворот в нормальном виде. Потому что в прошлом ролике как-то все я не очень-то удачно снял. Хотя ролик набрал рекордное для моего канала количество просмотров. Так что давайте посмотрим. Ворота самодельные. Пойду открою. Сначала открою изнутри, потом снаружи покажу. Ну, вот так эти ворота открываются. За воротами там проездик небольшой, ну и трава не скошенная, вы видите. Сейчас снаружи покажу. Вот так это дело выглядит снаружи. Ворота я прикрыл. Сейчас покажу изначально, как они открываются снаружи. Сейчас я зайду внутрь и покажу, как они внутри закрываются. Надеюсь, вам все сейчас наглядно видно. В предыдущем видео я про механизм всем рассказывал. Ну, вот так вот выглядит весь процесс. Ворота стоят уже 4 года. Не перекашиваются, не смещаются. Вполне рабочий вариант. Самое интересное, что это бюджетные ворота. На материал ушло 8 тысяч 4 года назад. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Ставьте свои оценки. Всем пока.